Новый год – это время, когда загадываются желания и исполняются мечты, что особенно важно для тех, кто так нуждается в чуде. 25 декабря Адам Джарим поздравил воспитанников Афипского детского дома с наступающим Новым годом и поблагодарил коллектив за чуткость, доброту и отзывчивые сердца. К Новому году принято подводить итоги. 2020 год для Афипской детской школы искусств стал по-настоящему удивительным и наполненным радостными событиями. В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты, учебная литература и современная одежда сцены для актового зала. Глава района поздравил педагогов и учащихся школы искусств и вручил им сладкие подарки.